Я бурну, а потом подальше это самое. Две лопаты, да? Надо где-то... Танюш, ты стреляй-ка вот так вот, куда ты будешь? Я потому что буду здесь, а мы там. Так, я сейчас тоже к вам присоединяюсь. И потом подраскопаем еще сколько надо. Я говорю, который с землей так не отпинул. Давай лучше сделаем. Я веревку сейчас притащу и все. Кого-кого? Мусор. Сейчас я перчатки выдам, у меня перчатки есть. Перчатки есть, мусорные кульки есть. Две лопаты принести, да на них натянуть веревку-то. Сейчас я это самое, и свою лопату тоже заодно, да. Посадить. Да, да. И последнюю. Да, да, а потом между ними это. А мы там другую лопату поставим. Уже да. Это северная сторона, да? Да, это неприятно. Все равно видно же. На север. Оказывается, это большая тоже мусорка. Я когда кедр посажал, меня Михаил Николаевич научил. Сюда, сюда. Сейчас сместим сюда. Да. Вот так вот будет. А видишь, это у нас вот эти-то будут вообще сюда лезть уже. Подрастет, да. Добрый день. О, какие люди. Это бать. Где захочет. Одни вот пока по этой. Была лесопилка раньше, не лесопилка, а какой-то цех обработки. Докторская. Что, закапываем тогда тут один? Или может тут какую березку или это там? Какие-то эти.